естественно, с победой. Что по игре скажете, понравилось? Ну, главное, выиграли, а остальное там уже тренер скажет на ошибки и внутри команды все это. В чем превзошли соперника? В забитых голах. Где оказались лучше все-таки? А? Где оказались лучше все-таки? Ну, наверное, в реализации. Ну, в принципе, я думаю, что мы владели небольшим преимуществом, как бы и вели матч. Ну, могли в конце, у нас было удаление, они сняли вратаря, как бы, ну, хорошо, что закончилось так. Не сильно нервничали, когда вот пропустили вторую шайбу, которая в итоге была незащитна? Они, да нет, не нервничал, слышал свисток уже до этого. Он уже когда бросал, уже было после свистка. Как играл здесь, на Уфа-арене? Да не, ну хорошо. Главное, чтобы все время так все заканчивалось, что выигрывали и больше одной шайбы не залетало. Тогда будет все супер.